Салют, с вами Ресторатор, это Versus Battle, пошумим, блять! Максим, какая муха тебя покусала, что ты докопался до первого канала? Отстань со своим бредом навязчивым, а то помогу сыграть в черный ящик я! Аркадич, тебя бы давно уже с эфира сняли, но, к счастью, пенсионный возраст подняли. Но и тебя закроют, как только закончится на складе видео двойки. Прыгнул на меня и перепрыжил, ты, парень, вообще хотя бы служил. То, что ты ухаживаешь за старушкой, не признается в стране альтернативной службой. Засуну тебя по самые гланды, кожаный микрофон своей пропаганды. Перед тобой Малышева в эфире распинается, мол, пукать нормально, пусть никто не стесняется. После Малышевой ты на первой являешься и тужишься так, что аж обсираешься. Зачем мучить в шоу поляков, реально, им же досталось и так от Сусанина. Есть версия, почему ты поднял такой вой. Народ перестал покупать корпоративы с тобой. С деньгами все стало намного печальнее. Решил юбилей провести у Навального. Костя, у меня есть плохие новости. На первом в новостях нет ни одной новости. А видел свои шоу, это же горе. Русский американец об Украине спорят. Старый гей-стилист переодевает участников. Гузеева орёт: пидорасина! Вижу, задело тебя, грусть на лице. Понял, что был первый, а стал ТВЦ. Странно, у тебя запрет свободы слова. Тупо запрет рекламы букмекерской конторы. Возвращайся на Россию, там как раз Малахов собирает компанию, кого Эрнст послал. Раунд. Это был Versus Battle, пошумим, блядь.